Привет, друзья. 25 января 2024 года. Дома скучно. Обрезаем. Весной, вернее, летом я показывал. Здесь прививал саперави северный. Человек, заказчик, попросил перепривить, ему не нравится. Вернее, много посадил соляриса. Поэтому мы сейчас... Вот, взял шефство. Сейчас моя задача обрезать все лишнее и как-то сформировать. Ну, первый год мы не будем особо его напрягать по поводу формировки. Сейчас расскажу. Ну, опять же, руки, секатор. Обязательно. В связи с тем, что у нас снег растаял, непосредственно обувка хорошая. Дабы ноги должны быть в тепле. Можно было подождать недельку. Ну, сильно ж руки чешутся без работы. Все эти праздники новогодние, это капец. Итак, друзья, по поводу прививочки. Я ее рассказывал. Окулировка холоском с пробуждением. Черное в зеленое. Показывал. Там ссылочку, может быть, оставлю. А, приживаемость, ребят. Ну, здесь практически 99%. Один куст не пошел из 100. И то, как он тронулся, но его просто выломали, получается так. Старался ставить 3 глазка, 2 где по возможности. Наша задача сейчас убрать все лишнее. В целом я доволен и приростом, и качеством спаечки. Убираем сейчас все лишнее, формируем и подсматриваем, где надо убрать пленку. Ну, в целом ее уже можно убрать, она сама будет разваливаться. Но мы поможем, чтобы не было перетяжки. Либо бывает так, что под саму, получается, глазок, где будет нарастать это все, пленка попадает. И тогда уже она там и остается. Не очень хорошо для спайки. Что касается формировочки, друзья, то сейчас примерно вывожу ее вот таким вот образом. Вот. Здесь получилось. То есть более-менее ровный штамбик пошел. И вот ушел направо. Здесь чуть-чуть по-другому. Обратите внимание, здесь паечка получилась только снизу, сверху нет. Поэтому мы ее не подтягиваем вверх, не создаем никакого усилия, напряжения в этой точке. Потому что надо хотя бы годик, чтобы здесь все уже конкретно заросло. По формировочке. Сейчас в этом году мы практически вот таким вот образом будем выводить это все дело. Где-то оставляю 2. Моя задача сформировать штамбик в этом году по возможности. Если нет таких вариантов более-менее прямых, то вывожу рукав просто. И уже будем где-то отсюда воспитывать ровный штамбик на следующий год. Формировать его. Ну и тогда уже через годик начинаем полностью уходить на одностороннее гуйё. Я считаю, что это самая простая и самая легкая в обслуживании формировка. Особенно для технарей. Вот. Кое-где... Ну, еще так прогулялся, нигде особо не видел. Но если найду, покажу вам, где получается именно нижний карман плохо зарос. Вот, вот здесь вот. Сейчас. Ну, опять же, подходим к кусту, что сделаем? Убираем поросль, которая родная выходит. Кстати, насчет поросли, вот вопрос задают. Что, как, почему убивает? Ребят, 2 года. Может быть, 3, вы будете смотреть за этой порослью и убирать ее. Конечно, желательно все это дело обкопать и поближе корнештамбу обрезать заподлицо, чтобы меньше оставалось почек и разгонялось. Просто мы, когда делаем обрезку перед прививкой, мы нарушаем полностью баланс растения. В данном случае этому насаждению 8 лет. Подвоз здесь СО4. И, естественно, растение стремится к тому, чтобы восстановить это все и выдавливать все столько, что можно. Когда же мы сформируем уже наш новый сорт полной правильной формировки, то уже поросли будут выбиваться намного меньше. А если мы ее еще правильно подрежем, то ее вообще практически не будем наблюдать. И все будет замечательно. На сегодняшний момент будет выходить, пока наш куст полностью не перейдет уже на новый привитой компонент. И не полностью... работать на урожай. Он будет занят, ему будет не до этого. Ну, в целом так. Сейчас я попытаюсь снять, насколько здесь проблемно. Смотрите, здесь заросло у нас все замечательно. И верх, и низ. Вверх зарос. Я это вижу, потому что черенок, на котором мы прививали, он зеленый сверху, не мертвый. Низ видно, что он тоже уплотнился, увеличился в диаметре. Здесь чуть-чуть по-другому. Здесь получается
не домотал, либо не создал нужное давление в верхнем кармане, что не работает с карманами, то получается так, что вниз зарастает, а вверх оттопыривается. Здесь чуть-чуть другая система, ситуация произошла, друзья. Здесь не то, что карман, ну, видно, что верхний карман начал зарастать, вот он. Сейчас подрежу, будет зеленым. Вот. Просто здесь, когда побег начал расти, его не подвязали вовремя, и получилось так, что он отломался. Я сейчас это уберу полностью. Во-первых, нет полного срастания. Во-вторых, он идет в междуряде. Не надо нам такое безобразие. Но в целом его можно оставлять. То есть обрежем покороче. И еще на один год мы оставляем это дело зарастать. Это я говорю, друзья, к тем, кто пробует себя только в прививках. И вот таким вот образом через годик-два вот это все дело зарастет. И здесь все будет замечательно. Не надо паниковать, что заросло, не заросло. В целом все хорошо. Своей работой я практически доволен. Немного агроном, конечно, упустил аидиум. Но это не смертельно. Саперавий северный достаточно устойчив. Ну, есть небольшие, конечно, очаги. Ну, ничего, за год справится это все, безобразится. Пока все, друзья. Всем мира и добра. До новых встреч.